В жизни очень много разных ситуаций и еще эмоций после них. Чтобы не ругаться и не обзываться, нам лучше обо всем поговорить, понять друг друга, лучше улыбнуться и простить. Куда его ставить, Мира? В беседку. Дедушка, а лобзик у тебя есть? Там, в сарае. Ага, спасибо. Теперь дело за архитектором. Ну же, Соня, мяту ищи, мяту. Да, Соня, ищи мяту. Не она. Гоша, помоги нам найти мяту для Бомона. Ладно, давай просто это. Почему они идут? Я сас. Коса, кто коса? Жан Бомон, ну давай! Ну давай, давай! Куда, куда? Делаешь вам, делаешь, стараешься, а вы? Дети, обед готов. Идите кушать. О, Гоша, обед готов. Я специально сделал его модульным, чтобы легче чинить было. О, покажи. Мам, я голодная. Уже накладываю. Гоша, убери со стола, пожалуйста. Спасибо. Мира, ты злишься на что-то? Да, он мне весь день испортил. Испортил? Он шумит и гудит, и мне строить мешает. А потом еще и Соню с Бэйби к себе переманил. Но я не переманил никого. И не шумел особо. А у меня из-за этого домик Жана Бомона сломался. Ты злишься на всю эту ситуацию, да? И на домик, и на Гошу, и на Бэйби, и даже на Сонечку. Да! Это бывает, что мы злимся. Особенно, если у нас что-то не получается. А потом часто сбрасываем свою злость на кого-то другого. Да ничего, я тоже часто злюсь, когда у меня что-то не получается. А хочешь, после обеда мы вместе посмотрим, что можно сделать с твоим домиком.
будто мы день провели, да? Сестренки. Так, это сюда. Везет Бэйби. Она и в дождь может весело поиграть. А хвостик нужен другой. Нет, я сама. Я просто хотела помочь. О, закончился. Я пошел. Гоша, посвети фонариком в сарае. Я удочку найти не могу. Сейчас. Так, так, так. Надо помочь. Вот так. И я так. Гоша, помоги открыть банку. Уже бегу. Это лето. Сдулось. Прямо мистика какая-то. Нет, это я помогла тебе. Ты помогла? Мне больше помогать не надо. Иди лучше дедушке помогать. Деда, я помогаю. Ой, ты моя помощница. Внученька, пойди с Мирой поиграй. На солнышке погрейся. Я хочу играть, я хочу помогать. Помогать? Тогда пойдем копать червяков. Один червячок, два червяка. Так хватит. Для рыбалки много червей нужно. Я устала. Тогда иди поиграй с Мирой, умница моя. Дайте я помогать. Один, два, три, четыре, пять. Та-да! Оп, оп. Я хочу сама! Отойди! Я хочу тоже. Обидно, да? А что это значит для тебя? Да Мира не меня любит. Потому что я хотела сама. А? Стоп! Как это не люблю? Наоборот! Конечно, я тебя люблю! Я очень сильно тебя люблю! Просто я прыгну высоко, и ты упадешь. Это наоборот значит, что я очень сильно тебя люблю и не хочу, чтобы тебе было больно. Вот видишь, Мира просто заботится о тебе.
Смотрите, как важно просто поговорить. Но иногда я просто хочу что-то делать сама. Как ты, когда пазл собирала. Помнишь? Точно! Я тебя люблю! Извините, я дедушке не помогала. Мам! Сегодня у Сонечки день стрижки. Можно я ее сам свожу? Конечно, и Соня будет рада. Я хочу пойти. Ого, Сонечка, ты пойдешь с Бэйби? Моя Сонечка. Соня, фу, я не люблю целоваться. Ну все, пойдем. Хорошая, хорошая. Тебе нужно будет ее придерживать, а тебе подкармливать. Все хорошо, не переживай, Сонечка. Неси ее сюда. Конечно, не хватит, она устала. Да, в общем-то, мы и закончили. Соня, фу, я не люблю целоваться. Ну и отлично, больше времени на мультики. Что? Что происходит? Что за хаос? Привет, пап! А мы сегодня Сонечку на груминг водили. Груминг? Что это? Это на английском стрижка и прическа. А, английский. Как у тебя с этим, кстати? О, не хочу об этом. Это так скучно. Изучение языков заставляет мозг увеличиваться в объеме. Точнее, растут его отдельные области – гиппокамп и некоторые участки коры больших полушарий. Да-да, понятно. Пойдем. Что опять? Гиппопотам? Или как его? Гипоталам? Гиппокамп. Я тебе сейчас расскажу. Это важно. Вот, посмотри. Наукой доказано, что при изучении языков в мозгу создаются новые нейронные связи. Улучшается память и внимание. Человек быстрее может решать интеллектуальные задачи. Вот бы не учить английский, а просто взять и начать понимать. Можно мультики на английском смотреть. Помогает. Кстати, поначалу ты очень любил английский. Помнишь, ты начал учить язык и назвал сестру Бэйби. Вот и приклеилась. I love you. И правда. Ой, мне Роберт звонит. Привет. Hello. Смотрел игру? Да, а ты вратаря видел?
Вообще, не пропустил ни разу. Как красиво он поймал в конце бол, шарик. Шарик? Мяч, что ли? Точно, мяч. Я у грандмазер начал русский забывать. А я английский. А знаешь, что во время изучения иностранного языка в мозгу создаются новые нейронные связи, улучшается память и внимание. Человек быстрее может решать интеллектуальные задачи. Видимо, мои нейронные связи совсем забудут русские слова. Тут никто на нем не говорит. Папа сказал, что можно мультики на английском смотреть, а не просто слова учить. А я буду на русском. Тут есть такой сервис с мультиками. Давай что-то общее, а потом обсудим. Давай. А почему Джек сам не вышел из космического корабля? Люк заклинило из-за космического мусора. Точно! Это слово я не знаю еще. Давай tomorrow вторую серию посмотрим. Hello. Ой! Спокойной ночи. I love you. Baby! Ха-ха-ха!